Итак, ребята, всем привет! Вы на канале Димас Блогер. И как видите, я уже пробрался в третий акт. Мы играем в Hello Neighbor. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, ребята, я тут тележку. Сейчас присядет. Надо сесть. Так. Видите, тележка. Ребята, вы видите, где наша тележка? Вот она. Нет, стой. Окей. Так не тебе надо, господи. Сейчас поймает этот младенец. О, я запрыгнул. Ребята, он меня везет. Ребята, меня, кажется, поймают. О, ребят, сработала наша антипрятка. Мы пошли дальше. Так, кепки нужны? Нет. Я смотрела одного блогера, который кепки не брал вообще. Это надо? А нет, подушки не надо. Пепси взял? А нет, то пепси не брал. Ребята, вы видите, только это взять можно. Ребята, знаете, тележка от нас уезжает. Прыгаем. Просто стой на месте, господи. Тележка. А не сюда тебе. Тележка. Тележка, что ты делаешь? Меня сейчас спалят из-за тебя, тележка. Ё-моё. Если пройти этот страх, как вы видите, можно получить вот такую вот способность. Итак, ребята, мы все собрали? Напишите в комментариях. У нас манекен хотел поймать, но... не поймал. Итак, ребята. Ну и... давайте идти к концу этого супермаркета. Давайте просто... присядь. Отнесись. О, фух, чуть не поймал. Слава богу, что это не школа. А то в школе учитель единственный ходит. Гляньте, манекен один забаговался. Мы пока он не видит. Так. Так, мы все собрали. По-моему, все. Ребят, посмотрите, он ни на чем. Он просто на пианине играет. Что как бы такое? Сон появился, ребята, давайте посмотрим. Я ж его прошел как бы. Там в дверь надо зайти, ё-моё. О, уже посветлело. Тогда... выкинем в окно. Ребята, а куда лом делся? Ничего, мы сейчас глобус достанем. Давайте. Прыгайте. Может, с этой стороны надо как бы залазить сюда. Ребята, ну, сейчас поставим. Ну-ка. О, залезли. Прикольно. О, фух, снова. О. Так. Прям дверь и погнали.
Ребята, тут у нас завал, как обычно. И ну. А что тут? А, тут комната с манекеном. С манекеном. Ребята, давайте достанем ключ. Открываем дверь. Запрыгиваем. И сюда. Давайте я вам хоть покажу огромный дом соседа. Посмотрите, какой он. И, ребята, когда заберешься на вышку, надо вот сюда забираться. Поняли? Если у вас эта игра есть. Надо. Соседушка нас догоняет, но он нас не догонит. Нет, не успели. А ведь сюда надо было. Ребята, пошлите за этим манекеном. Слышали этот звук? Ребята, он всегда там происходит, ребята, кто не знал. Так. Пошли-ка. Ну-ка. Ребята, мы же были тут, мы могли на дом. А не, с дома, по идее, вот сюда спрыгнуть на дом или отсюда. Я забыл. Ребята, а пошлите в шахту. Если что, тут был. Ну-ка, что тут такое? Ребят, давайте в оружейную комнату зайдем. Ну как вы? Ага, сейчас. О, тапок! Меня. Видели, тапок пропал. А, я видел таких блогеров, которые часами туда засовывают. А, вот тапок. Ребята, ну-ка. Смотрите. Опача. Красный ключик мы добыли. Давайте обыщем все эти комнаты и посмотрим, где этот красный ключ должен быть. Семечко появилось, ребята, давайте посмотрим. Или это только в обновлениях? В обновлениях. Так, идем мы сюда. Роль я уже ввел. Сюда нам надо идти попозже. О, тут же открыто. Ребята, А что у нас ненужное тут есть? Ну, в принципе, мы его там достанем. Ребята, давайте примагнитим его. Так, давайте, нам магнит понадобится? А, понадобится. Давайте картины швырнем туда. Что, нет места? Красный ключик мы выложим. Берем картинку. Кидаем. Ребят, кидайте.
Этой картиной давайте попробуем. Может, тут с очами получится сбить? Еще раз. Ребята, давайте попробуем открыть рычаг. Хотя, походу, не получится. Может, этой попробуем, ну, с очами? Попробуй. Давайте попробуем. Ну-ка. Так и даже ж ты еще. Ребята, мы теперь тут можем так ходить. Так, давайте заберем пока что желтый ключик. А не коробку. О. А то там не генератор. Что делать? Тут не выбраться. Ребята, мы в западне. А, у меня там нету. Ребята, нас сосед догоняет. А, ребят, в какой мы комнате были? А, в той. Ребята, пошлите в эту комнату, я знаю, тут глобус. Надо. Что тут еще можно сделать? Прятаться. Ну и что? Ребята, давайте-ка мы сюда, собственно говоря, пойдем. Где лом? А, в этой версии он тут. В этой версии. Там, ребята. Открываем это. Наш красный ключик, вот он, и могуч. Да. Не ключ, вот он. Я страх хотел пройти, но не прошел. Давайте-ка еще раз. Приколдесно. Западня, ребята. Настоящая западня. Пошли замораживать глобусы, ребята. То есть не пошли, а побежали. Томатус, привет, а что ты тут делаешь? Разобью-ка я окно у себя. Чтоб томатус мне не мешал. Больше. И давайте пока что, пока глобус замораживается, мы... Так, а где сосед? Выбрался?
Вот такое. Кстати, с первого акта скрипт Скрипсинс уже прошел. Туда уже пройти даже нельзя. Пошли за глобусом, посмотрим еще раз. Что такое? Показалось, наверное. Заморозил. Да. На всех парах. Ребята, экстренный маневр! Ребята, быстрее! Иначе глобус разморозится. Ребята, быстрее, стойте! Ребята, что будем делать? Итак, ребята, всем пока! Вы были на канале Димас Блогер. И всем пока-пока!